Добрый день, с вами снова я, меня зовут Юлия Савлова, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня небольшой ролик о новинках этого лета и конкретно о том, что интересно любой девушке, о том, что всегда актуально, о том, что может изменить настроение, о том, что может изменить вообще в принципе состояние и чувство жизни. И то, что всегда волнует каждую абсолютно девушку, каждую женщину, это, конечно, о новых матовых губных помадах Mary Kay, которые выходят буквально вот за дня на день, 16 июля, в российском отделении компании. Я уже сделала общий обзор всех новинок, которые появляются 16 июля, но так как помады, еще раз скажу, это такой продукт, который вызывает бурю эмоций, бурю впечатлений, бурю вопросов, новые особенно помады, решила записать для вас такой ролик, непосредственно посвященный именно новым матовым помадам. И, во-первых, наверное, хочется еще раз вам их показать. Это 6 потрясающих оттенков. И в ролике я продемонстрирую каждый оттенок на себе. Вы увидите каждый оттенок, как он смотрится на губах. Ну, по крайней мере, так, как это сможет передать камера. И чуть-чуть, наверное, перед тем, как уже примерять эти помады, я походила с ними уже неделю, перемерила их абсолютно все. И могу рассказать свои ощущения, свои впечатления и свои комментарии по поводу того, как они носятся, насколько они стойкие, да, насколько они, как они удаляются с губ, ну и такие небольшие комментарии. Наверное, начну с качества помады. Качество помады потрясающее, несмотря на то, что они матовые. И когда мы говорим слово матовые, очень часто возникает такая ассоциация, что они сухие. На самом деле это абсолютно не так, потому что в составе этой помады масло кунжута, которое очень хорошо увлажняет наши губы и питает губы. За счет этого, когда мы наносим помаду, у нас она такая влажненькая. Чуть немножечко проходит время, она подсыхает и становится полностью матовой. При этом губы, сколько бы вы ее ни носили, губы не сохнут, губкам очень комфортно. И здесь очень такое интересное ощущение, что она такая прям невесомая. И плюс очень большой в том, что когда она подсыхает, и потом вы пьете чай, не остается следов практически на кружечке. Не то, что практически, а вообще не остается следов. Небольшой минус в том, что просто водичкой эту помаду убрать нельзя. Нужно убирать специальным средством для снятия макияжа с глаз и с губ. Ну и вообще, эта область, да, на нашем лице отдельная, где очень тонкая кожа, как и на наших глазках. Поэтому, конечно, лучше использовать жидкость для снятия макияжа с глаз и с губ. И в компании Mary Kay, вы, я думаю, что знаете, есть потрясающее средство двухфазное, жидкость для снятия макияжа с глаз и с губ. Следующий момент, это, конечно же, момент нанесения помады. Эта помада называется 2 в 1. Почему? Потому что она соединила в себе легкость нанесения блеска, то есть наносится она с помощью вот такого вот аппликатора, очень мягкого и комфортно очень по нанесению, у нее очень приятный аромат. Плотность именно нанесения у нее как у помады, то есть она подсыхает и становится как помада, то есть такое очень плотное нанесение, не надо несколько раз водить по губкам, достаточно одного вот такого вот движения. Плюс, что касается нанесения, помада очень экономичная, то есть достаточно одного вот макания в тюбик, и вы вот сколько набралось на кисточку, это и наносится на губки. Не нужно дополнительно набирать средства. Вот этого абсолютно достаточно, чтобы покрыть все губки. То есть это тоже очень классно, потому что очень, ну, получается, помадки очень экономичнее. Как я сказала, очень приятный спонж, и можно очень легко нанести. Плюс еще в том, что можно и нужно наносить без карандаша для губ, потому что сама помада прорисовывает очень хороший контур. То есть она не затекает ни в какие складочки на губах, очень комфортно наносится. Единственное по нанесению, что касается то, что тоже, на что обратила я тоже внимание, когда наносила, например, я с утра нанесла один слой помады, походила с ним какое-то время, да, там 3-4 часа, 5 часов, и
потом, например, там уже губки немножечко подскушали помадку, или я что-то скушала, и немножечко помадка, немножечко нужно ее обновить. Нельзя обновить ее поверх слоем, то есть она будет скатываться. Тоже вот обращаю на это ваше внимание, тоже из собственного опыта. То есть я удаляю помаду всю, соответственно, и потом наношу новый слой. Потому что если в два или в три слоя нанести, вот сколько бы я раз попробовала, у меня не получалось. Может быть, вы попробуете, у вас получится, но вот она настолько плотная, что два или три слоя, ее уже будет много. Это тоже, с одной стороны, не очень хорошо, да, что не можем подправить где-то что-то, с другой стороны, очень хорошо, значит, она плотно ложится и очень, соответственно, плотно все покрывает, то есть очень экономично ее использование. Следующий момент, который бы я хотела обратить внимание, это, конечно, цвета, это пигменты, потрясающие цвета, потрясающие оттенки, оттенки лета, которые подойдут, ну, каждая женщина среди этих оттенков найдет что-то для себя. И очень, конечно, нас приятно удивила цена, потому что это молодежная коллекция Marketplace, я думаю, что многие с ней знакомы, но несмотря и цена соответствующая, у нее очень-очень доступная, поэтому и студентам, и молодым мамам, и работающим женщинам будет доступна, соответственно, эта жидкая помада. На что еще хочется обратить внимание, это на стойкость, да, стойкость помады, как я уже сказала, до 5 часов помада абсолютно спокойно держится на наших губках. И это очень хороший показатель, потому что если дольше помада держится на губах, это чаще всего уже профессиональные, и они просто являются проявляющими, то есть они настолько впитываются в кожу губ, вот попадают вот в эти складочки на губах, что потом их практически вообще ничем не убрать. Конечно, это для кожи губ очень нехорошо, и почему профессиональной косметикой нельзя пользоваться каждый день, потому что она для подиумов, она для такого, для софитов, да, для выходов таких. Компания Marie Kay в первую очередь, выпуская любой продукт, заботится о качестве и о том, как это средство действует на нашу кожу. Если оно хотя бы, ну, хоть как-то, да, неблагоприятно может повлиять на нашу кожу губ, то, конечно, компания отдаст предпочтение, пусть это будет меньшее количество часов, она у вас продержится, но зато губки ваши, никакого кожи губ, никакого вреда на кожу губ не будет. То есть это для компании является решающим фактором, и это очень здорово, потому что, наверное, ну, это классно, когда декоративная косметика является не только декором, не только мы ей рисуем, да, но и еще она, мы знаем, когда ее носим, что она ухаживает за нашей кожей. И даже если вдруг такое случилось, это исключение из правил, но все-таки такое может быть, что мы, например, не убрали, не сделали день макияж вечером, да, мы в походе находимся, мы едем там в поезде, может, какие-то ночные мероприятия, то мы знаем, что наша кожа комфортна. Еще раз повторяю, что это исключение из правил, но такое, в принципе, как бы тоже мы... Может быть. Что касается еще по ощущениям ношения на губах этой помады, еще раз повторюсь, что абсолютно комфортно, у нее очень такой приятный, очень легкий аромат. Когда вы ее носите, когда она уже подсыхает, да, вы ее нанесли, и с ней очень комфортно находиться, она прям невесомая. То есть у нее нет вот этого неприятного ощущения липкости, как, например, у блесков для губ, нет ощущения, ну, например, липкости между собой, да, губки не слипаются, то есть очень удобно, очень комфортно. Также я ее протестировала, когда вела обучение, да, то есть с этой помадой тоже с ней очень комфортно, очень классно и абсолютно, ну, как бы абсолютно все спокойно эта помада выдерживает. Еще раз скажу, что оттенки все абсолютно потрясающие, да, переходим уже непосредственно к оттенкам, и сейчас буду я их примерять на себе, но, конечно, еще раз повторюсь, что приходите на примерку новых помад или приглашайте к себе консультанта по красоте, потому что лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать, ну, тем более помада. Это тот продукт, еще раз повторюсь, который может... изменить ваше настроение дня, изменить ваше состояние души, потому что не каждый день мы можем себе позволить, например, купить даже там какое-то дорогое платье, да, или там шубу себе, или машину, но уж помаду обновить
Это просто счастье, и классно, что такая маленькая штучка может такое влияние оказывать в нашей жизни. И классно, что у нас их будет очень много, может быть, очень много на разные случаи жизни. И, кстати, хочу сказать, что меньше трех помад – это, наверное, вообще такой грех даже иметь в своей косметичке, потому что мы себя очень сильно ущемляем. В каком смысле? Да, ведь помада – это как гардероб для наших губ, так же, как и аромат – это одежда для души, так то же самое и здесь. И ведь, согласитесь со мной, очень трудно представить ситуацию, когда мы идем, например, в одном и том же, в одной и той же одежде в ресторан и на дачу, да, или, например, поспали и в этой же одежде, там, например, пошли на работу, ну, самое меньшее, что могут покрутить у виска. Так почему мы можем позволить себе идти в одной помаде и на вечеринку, и на работу, и на встречу с друзьями? Конечно, это лишает нас возможности более выгодно в нашу пользу решить какие-то задачи. Поэтому, конечно, на каждый выход под разное настроение, под то, что вы сегодня хотите показать, чтобы вас услышали или быть незаметными. Вы сегодня выступаете, или вы сегодня как слушатель, вы сегодня на работе, или вы сегодня встречаетесь с друзьями. И, конечно, от этого зависит тот цвет помады, та помада, которую вы сегодня одеваете. Это очень важно, поэтому желаю всем нам имеется большой гардероб помад, чтобы был большой выбор, и чтобы помады не только украшали нас, но и помогали нам решать какие-то жизненные задачи. Ну а теперь приступаем к примерке помад и смотрим, как смотрится каждый оттенок помад на губах. Приступаем к примерке помад. Это очень интересное занятие. И первый оттенок, который на мне уже сейчас на губках, это оттенок розовый взрыв. Это тот оттенок, который нравится абсолютно всем, кто бы у нас его не тестировал уже вот за эту недельку, да, что они у нас есть, эти помадки, всем очень подходят. Оттенок не холодный, не теплый. Он розовый с оттенком кораллового. Или коралловый с оттенком розового. Наверное, даже вот так вот больше сказать. Подходит абсолютно всем под любой макияж, под любой образ. Очень такой насыщенный, очень яркий. Не знаю, насколько камера передает. Так он немножечко, наверное, по кораллу и по розовее, потеплее. Камера, по-моему, такой похолоднее передает. Очень красивый, еще раз повторюсь, это оттеночек розовый взрыв. Давайте я вам достану вот эту кисточку. И вот покажу вот так вот. Вот так вот, наверное, будет лучше. Оттеночек розовый взрыв. Вот он так выглядит. Вот такой он потрясающий. Ходовой, я думаю, что будет оттенок. И так как эта коллекция помад ограниченная, то он разойдется одним из самых первых. Потому что, опять же, еще раз повторюсь, подходит очень-очень многим девушка. Следующий оттенок, который у нас будет, сейчас мы будем тоже его примерять, и это оттенок, который нейтральный, который тоже подойдет на все случаи жизни, подойдет любой абсолютно девушке, называется он нежная карамель. Цвет очень красивый, он не совсем нейтральный, с небольшим таким оттенком, наверное, розового, и на губах смотрится тоже отлично. Я сама не очень люблю такие помады, но этот уже тоже носила. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Ну что, примеряем оттеночек нежная карамель. Как я уже говорила, достаточно одного вот этого движения для того, чтобы я сразу наношу на губки. Вот этот потрясающий оттенок нежная карамель. Смотрите, как он смотрится. Очень красивый, очень спокойный. Для нюдового макияжа вообще идеальный. Видите, как я быстро сделала, нанесла его на губы, да, то есть нанесение очень комфортное, очень-очень классное. Приятно на губах, губки увлажненные. Сейчас он подсохнет и будет очень красивым. Что еще хочется отметить, что здесь
оттенок на вот в тюбике, когда смотришь помады, и когда наносишь на губки, он немножечко, конечно, ну, другой, но сходится хорошо очень с полиграфией, которая вот представлена в каталоге «Мгновение красоты». Вот он оттенок «Нежная карамель», показываю вам его, очень тоже красивый, нейтральный, ну, просто нудовый оттенок, просто потрясающий. Смотрите, как идеально подходит, специально сегодня в белом, для того, чтобы никакой цвет вас не отвлекал, и только было внимание на мои губки. Ну и теперь переходим к следующему оттенку, который тоже будет очень актуален. Это следующий оттеночек, это оттеночек розовый лотос. Это холодный такой розовый цвет, очень красивый, который нас позволит почувствовать нас себя девочками. Потрясающий оттенок, подходит для всех, но в то же время для блондинок это самый идеальный, наверное, такой цвет. Очень красивый, смотрите, как он смотрится благородно на губах, хотя на самом деле, когда наносишь его, он кажется достаточно ярким. На губках он смотрится достаточно спокойно, показываю вам его на аппликаторе. Вот такой вот потрясающий оттеночек. С цветом кожи, со светлым будет красиво смотреться. Ну, очень здоровски. Камера, надеюсь, что передаст вам те оттенки, которые есть на самом деле. Но в любом случае, еще раз повторюсь, приходите тестировать и пробовать это на себе, потому что это просто классно. Примерка помад – это не менее удивительное такое занятие, чем примерка одежды и выбор для себя, там, например, гардероба. То же самое и гардероб помад. Мы создадим вам самый классный, самый идеальный, подходящий именно вам. Ну и переходим к следующему оттеночку. Ну и следующий оттенок – это неоновый нектарин. Это такой красивый красный оттенок, который… Красная помада нужна в косметичке абсолютно любой девушке. И под деловой стиль, да, и под какой-то вечерний наряд он идеально подходит. И это единственная, наверное, красная помада, которую можно носить без карандаша. Она идеально ложится, идеально смотрится на губах. Неоновый нектарин в косметичку каждой девушки. Так он и называется, и неон нектарин, также написанный на английском языке. Вот такой очень красивый, потрясающий матовая красная помада. И такой оттенок, знаете, он алый, он и не коралловый, он и не какой-то коричневый. Вот именно алый цвет, тут натуральный, яркий, красный цвет. Красная помада в косметичку, еще раз повторюсь, каждой девушке. И еще два оттеночка, которые у нас остались, это фиалковый букет и оттенок красной смородины. Это два оттенка, которые очень насыщенные, очень пигментированные, достаточно такие темные оттенки, которые идеально будут осенью, но и в дневном варианте, тоже в таком летнем варианте красиво смотрится. Кто любит темные насыщенные оттенки, идеально подходит, потому что они матовые. Который у меня сейчас нанесен на губах, это потрясающий оттенок, это фиалковый букет. Смотрите, он какой красивый, оттенок слива, оттенок такой ягодный. Очень часто сейчас можно встретить такой оттенок на губах у молодых девушек, он очень популярен. Рекомендую попробовать, даже если кто-то не пробовал, не бойтесь, попробуйте. Ну и последний оттенок в этой коллекции, такое красивое название — красная смородина. Это такой глубокий красно-коричневый цвет. И, наверное, знаете, по нанесению еще раз скажу, что никогда так быстро и так легко не наносился красный цвет, темный цвет на губы. Всегда нужно прорисовывать белый контур, очень так тщательно наносить. Здесь очень легко. Берем помадки. Настя, как по нанесению помадка? Ну, хорошо. Комфортно, да, ложится? Комфортно. Как тебе этот цвет, розовый взрыв? Розовый взрыв мне нравится больше. Отлично, отлично. Отлично. Ира, как у тебя этот цвет? Я думаю, этот взрыв будет взрывом. Еще не поняла. Ну вот он к этому образу уже ближе. Да, да, уже хорошо, очень стильно. По такому, да, по-деловому. Да, хорошо. Это в тему. Контур немножечко почетче можно, да. Угу. Будет отлично. Вик, ты какой хочешь попробовать? Скажи, как твои ощущения? Которая красная смородина. Угу. Девчонки наносят. Мне нравится, я вчера же пробовала. Угу. Наносят не аппликатором, который очень удобен для нанесения, а кисточкой. Да, в цели гигиены. А так аппликатором вообще очень удобно наносить. Как прям блеск. Такие 6 потрясающих оттенков. Пробуйте, экспериментируйте и выбирайте то, что подходит именно вам. Как говорится, бойтесь не попробовать. Это лето будет еще более ярким, более жарким, более классным, более интересным вместе с новыми жидкими матовыми губными помадами от Mary Kay. Всем пока-пока и до новых встреч!
Thank you.